Фу, девочки, сейчас такой сумасшедший день просто. Там ничего трогать нельзя. Хотите узнать, что там внутри? Ты что, лягушонок? У меня вообще машина никак не реагирует. Привела меня сегодня в тренажерный зал. Да. Фух. Всем привет, мои хорошие. Утро. Утро раннее. Я на самом деле уже сейчас время без 5:11, не утро раннее, уже день. Я уже успела видео снять, видео смонтировать и помыть голову. И сейчас ко мне приедет курьер и принесет мне классные закуски. Так что сегодня у меня будут бомбезные закуски. Перекусы. Вот. Завтрак я себе уже сделала. С гранолой со второй залила. О, курьер. Смотрите, какая огромная тяжелая коробка. Хотите узнать, что там внутри? Сейчас придем домой, покажу. Вот красота это, девочки. Простите, только я уже начала есть. В сторис засняла. Короче, здесь очень много рыбного, мясного, овощного. Просто нереально вкусные закусочки. Вот с креветочками, с черной икрой. Я уже две штуки съела. Вот эти вот обалденные на розовом и на темном. Такие нежные. Вот это овощная тема. Тоже мясо, рыба. Это чисто овощи, еще не попробовала вот эту, кстати. Я просто объелась. Я съела каждой по одной и объелась. Вообще классная штука. Гранд фуршет. Кстати, можно заказать вообще таких реально пару коробок. Красиво выложить, и вот тебе стол уже. Ну, когда не хочешь заморачиваться. Кстати, я на свой день рождения заморачиваться особо не хочу. Посмотрим, что буду заказывать. Вот, один из вариантов тоже. Алкоголь, выпивка и гранд-фуршет. Фух, плотненько покушала, еще и настроение поднялось. Сейчас сделаю кофейку с новыми силами, пойду снимать новые видео для вас. Сегодня у Дэни был праздник в садике. Такие масочки, лягушечки были у них. Что-то там интересное делали, фоткались, игрались. Забрала его сейчас. Бежим в бассейн, опаздываем. Отплыви обратно на ту лестницу, а я прицеплю. Если задача усложняет, тяжело так с рукой поднять? Он любит то глаза закрыть, то руку поднять. Любит вот это. Будет цеплять? Да. Ну, давай. Да держи этой рукой тоже, держи. А, это он палец поднимает. Да. Да ты его уже намочил давно. Все, он уже может. Все, мы поплавали. И как мы пока плавали, на улице шел дождь. Нормальный такой, кстати. И очень быстро высохли. Я прям видела, что шел дождь конкретный. Я еще думаю, промокнем, если сейчас выйдем. Да, да. Чистить бассейн там. Все, идем домой. Сегодня так хорошо поплавали. Денька не капризничал. Ой. Молодец. Все больше успехов делает в плавании. Ты что, лягушонок? Ты что, лягушонок? Я не лягушонок. Ты мой лягушонок. Нет, я Дэнни. Ты мой лягушонок. Давай. Я тебя сейчас поцелую. Нет! Да. Всем доброе утро, доброго дня. Не помню, здоровалась сегодня или нет. Фух, сидела, монтировала видео сейчас и не успела его смонтировать. Английским позанималась, еще дела кое-какие решала с утра. Звонки, там письма, все дела. Сейчас бегу на тренировку. Не, вы прикиньте, крошки, выбегаю я, короче, сажусь, а у меня вообще машина никак не реагирует. Ни на ключ не открывается, ничего. Сейчас думала, может, на ключе батарейка села, но потом вставляю ключ в зажигание, вообще ничего. Брату звоню, он говорит, включи аварийку. Аварийка не работает. Он говорит, ну у тебя, наверное, нет подачи энергии в машине. Вообще, может, что там отвалилось от аккумулятора или там клипса какая-то, или что, или аккумулятор вот так разрядился. Короче, а я опаздываю, сейчас вызвала такси, быстро доеду до тренировки, потренируюсь, потом уже расслаблюсь. А то это задача номер один, потренироваться сегодня. Фух, крошки мои, эта тренировка была какая-то супер жесткая вообще. И, видимо, 3 дня перерыв, плюс заканчиваются дни, плюс
Я не выспалась сегодня, я просто умирала. Но я решила так сегодня сильно не выкладываться, потому что завтра у меня две тренировки. Потренировалась, так захотела кушать, купила себе бомбар и венская вафля. Вкусная, протеиновый батончик. И водой прям запиваю. Еще вызвала себе такси Комфорт Плюс. Сейчас посмотрим, кто приедет. Не намного дороже. В Яндекс Такси не намного дороже. Комфорт Плюс. Бывает на 50 рублей дороже, бывает на 100. Бывает на 10 рублей. Даже. Вот она. Расчетимся. Так, пришли машину мне чинить. Там ничего трогать нельзя, понял? Сейчас он чуть-чуть поработает аккумулятор. Ты потуши эти аварийки нахер. Свет в салоне потуши. Че он горит? Я не знаю. Все, сейчас чуть-чуть заработает. Скажи, чтобы он не трогал ничего там. Да, испачкаться он не боится. А током, да. Короче, подкуриваем. Браза приехала, все. Сейчас будем выяснять, что у меня с аккумулятором. Все, машина завелась. Включите свет дальний. Свет и дальний. А, и свет, и дальний. А, машина. Кондиционер работает еще? Да, захолодило. Включите его на максимум. На максимум? Да. Сделала. А что же это было? Может, я реально что не выключила? Хотя я пришла и не были свет не был включен. И кто это тут ползает? Дэнь, там дорога. Секундочку, давайте вилкой проверим. Хочешь, садись. Два дня она постояла. Два дня. Обычно два дня не стоит, редко когда. Открой. Открывай. Ку-ку, ку-ку. Аккуратно. Что там, Миша? Привет. Привет. Ты в машине сидела, что ли? Не, я в магазине была. Смотри, что сломалась машина. Машинка сломалась, да. Сломалась. Короче говоря, сел у меня аккумулятор, оказывается. Сейчас мне его поменяют, и мой сдадут, и еще скидку постоянного клиента сделают. Вот мы так постоянно берем у них аккумуляторы, как горячие пирожки. Ну что, мои хорошие, нежданно, негаданно, минус 3 300 на ровном месте нам сделали. Скидку еще, так как мы постоянные клиенты, 3 150 получилось. Вот. Короче, аккумулятор сдох. Ну, теперь у меня новенький аккумулятор, можно забыть на какое-то время о нем. Сейчас, кстати, включила сериал «Клиника счастья». До этого я практически на одном дыхании посмотрела фильм. Netflix называется «Ты». «Ты». Очень интересно закручен сюжет, интересный такой главный герой, размышления. И вообще, ну, как бы до конца держал, 2 сезона посмотрела прям... Мне понравилось. Довольно-таки захватывающе и интригующе. Вообще какие-то эти дни все сумма, ну как бы, вот выходные прошли, я вам влог сняла, да, а этот сейчас влог снимаю, понимаю, что я каждый день... Дэй, ну что ты делаешь? Берет сок мимо стакана льет. Тряпку возьми и помой теперь. Короче говоря, сегодня тренировку не стала снимать, потому что я ее делала спустя рукава. У меня завтра 2 тренировки. Пилон, потом мы договорились с Настей уже встретиться завтра. Тоже лайтовенько позанимаемся, потому что после пилона уже будет мне тяжко. И потом еще в бассейн пойдем поплаваем. Потом я бегу за малым и веду его в бассейн. Короче, завтра насыщенный день получится. Вот. А сейчас уже все. Меня выключает. Я сейчас вместе с Дэней пойду спать. И досмотрю серию «Клиника счастья». Сначала досмотрю серию, потом пойду спать. Всем доброе утро. Мы в обычном режиме. Идем в садик. Вчера у Дэньки, кстати, была консультация у логопеда садиковского. Сейчас пойду узнаю, что там да как. Запишемся. Еще будем ходить к логопеду. Фух, ну все, опубликовала вам 2 видео.
Сейчас надо позавтракать прямо без 20:11. Сейчас надо позавтракать плотненько. И все. Сегодня у меня пилон. Та-да-да. Мне так нравится вообще. Это одно из моих любимых занятий вообще за всю неделю. Я прям жду пилона больше всего. Сегодня одену новый костюм, который был в распаковке Шейн, по-моему. Прикольный костюм. Он такой темно-зеленый, и там черные как будто стринги сделаны. Ну, мне кажется, для пилона прям самое то. Единственное, что там не короткие шорты. Посмотрим, как будет заниматься. Мне кажется, прикольно. Вот. И потом с Настей. Короче, планов много. Надо приготовить поесть. Все, мои хорошие, собралась. Это Деньки, потому что после тренировки сразу Денька пойдет у меня в бассейн. Здесь себе взяла вот этот новый костюм. Я не знаю, кто видел его. Но увидите, я покручусь сегодня вам. Постараюсь подснять какие-нибудь новые трюки, что-нибудь поделать. Кофе. Я, кстати, заказала себе на New Chic вторую кружку такую. Эту Кристинке я дам, она мне дала пока попользоваться. Я заказала такую же, потому что она мне очень нравится, только белого цвета. Там не было уже такого, такой не было, и красной не было. Там была только черная и белая. Ну, черная совсем как-то классически прям. Белую там, белая и черная крышка. Заказала себе. И еще решила вот одеть сегодня сумочку, которую в Бельгии покупала. Помните, я же ее ни разу так еще и не носила. Вот. И думаю, сейчас она подходит мне по цвету. Кондюк включить. Да. Вот. Сейчас одеть ее решила, потому что сказала почему. И вот здесь вот завязала, потому что она очень длинная. А должна быть чуть покороче. Там есть, конечно, регулятор, но он все равно маловатый. Мне надо больше. В общем, все, к трению готово. Выезжаем. У меня даже часы сбились, надо настроить. Вообще, сейчас еду и замечаю, вот вчера, да, прям на такси поехала на тренировку. А до этого, я все время искала отмазки. Вот если бы у меня машина не завелась, ну, блин, ну, значит, не надо идти. И вообще, перед тем, как такая, думаю, пойти, потом думаю, да не, у меня столько дел, мне надо то сделать. Не, вообще, заниматься не вариант. И вот стоило вдохновить, да, меня. И все, я теперь везде ищу возможность пойти. То есть у меня нет даже четкого расписания этих занятий, что я вот прям хожу вот 2 или 3 раза в неделю. Нет, я по возможности готова ходить каждый день. Но в любом случае, как бы я ни хотела, не всегда получается эта возможность. Вот, например, на пятницу, на завтра у меня не получается прям, знаете, если я тренировку пойду сделать, то у меня все, короче, порушится. Ногти порушатся, английские порушатся, вот, поэтому я решила сегодня позаниматься так, как следует, и пойду. В субботу у меня аэро-йога, поэтому, ну, как бы, надеюсь, что я на нее попаду с Денькой. Надо как-то его придумать еще, чем бы его занять. Вот, короче, я к тому, что раньше я искала отмазки, а теперь я ищу все время возможность. То есть, ну, нормально, это как надо было сильно вдохновиться, чтобы машина не заводится. И вместо того, чтобы решать проблему с машиной, я еду на такси на тренировку сначала, потренироваться, а потом займусь всем остальным, понимаете? Хотя мне и снимать надо, естественно, и машину делать, и дофига делов. Вот. Поэтому хочу пожелать вам каждому, чтобы у вас появился, если вы хотите заниматься, да, и прям не хватает вдохновения, чтобы у вас либо появилось это вдохновение, вы сами пошли и просто начали, либо чтобы в вашей жизни появился тоже такой человек, который раз вас подтолкнул, смотивировал, вдохновил, а дальше вы уже чух-чух сами, как я. Я надеюсь, мой запал быстро не закончится. Потому что это, ну, реально круто, блин, спорт, это круто. Тело в тонусе, это кайф. Ну, как вам тренировочка в таком костюмчике? Секси леди. Ну, я же на пул-дэнс иду, должно быть все красиво. Согласны? Мне нравится вообще крутой костюм. Главное, он мне по размеру. Так, ну что, вот я пришла первая. Мой костюмчик. Здесь очень классное зеркало, девочки. Зеркало это увеличивает попу. Вот, смотрите, сейчас я вот встану куда-нибудь. О, вот видите, сразу талия и попа. Охренеть. А вот здесь раз, здесь нормально, как оно есть. Вы видите это? Оп. Не, вы видите или только одна я вижу? Что на каком-то моменте здесь попа шикарная. О. Аллорда. Да.
Так, ну что, Анастасия привела меня сегодня в тренажерный зал. Сейчас будет показывать упражнения. Я буду повторять. Ну, в полсилы работаем сегодня, да? Так. Это для рук. Для спины. Вот так вот. В общем, работаем. Девочки, ну, конечно же, после тренинга нужно покушать. Но мы кушаем правильную еду. Это протеиновые вкусняшки. Покажи. Вот такой. Вот. Понравилось, Настя. Она не пробовала еще ни разу. А я периодически такие беру. Еще батончик. Тоже тофе очень вкусно. Все. Едем. А, вот. Ты все сохранила, да? Ты не доела, да? Ты сейчас и попробовала? Да. А что ты не съела весь? Его один целый надо. Я дома съем. Растягивает. Ты как это, да? Растягивай удовольствие. Как этот зверек, который берет и все такое складывает, а потом дом кушает. Да. Ходит в это. В щеки. Да, да. Хомяк. Хомяк, да. Сейчас в мою сторону поплыли. Руками только. Покажи. Покажи, у тебя уже получалось. Да. О, красавчик! Вот это успехи! Классно! Молодец! Молодец! Красавчик вообще! Вот так гораздо лучше получается! Все, разошел! Давай со мной, хочешь? Подержу, успокойся! Спокойненько! Можешь грузовик. Видишь, даже с ногами можно восстановить дыхание. Красавчик. Если спокойно дышать. Как же сегодня Дэнни у нас поплавал хорошо, молодец. Прям вообще все слушает тренера, все у него получается. Мальчик, когда тренирует, совсем другое дело, другая энергия. Большие успехи делает за буквально вот этот месяц-полтора, сколько мы там проходили, месяц-полтора, реально. Уже вот прям плавает руками, все правильно делает и голову поднимает над бассейном. Круто. Сегодня могу сказать, что мы красиво позанимались. Мы с Настеной поснимали друг друга, и сюда поснимали, и в Инстаграм поснимали. Я сейчас пока выкладывала сторисы, прям некоторые виды такие красивые, что прям невозможно. Вот, поэтому... И сегодня пулдэнс тоже был, много новых вообще акробатических таких элементов, которые очень сложно было делать, но что-то уже получается лучше, но я все равно еще эти первые шажочки такие все неопытные. Короче, сходили с Дэнни в бассейн, пришла домой, сейчас себе грею еду, Дэнки сварила макарошки с сыром, его любимые, кстати, в этот раз решила макароны использовать необычный российский сыр, ой, не макароны, а сыр, необычный российский натирать вот так вот, да, а взяла плавленый сырок. Все, вот спасибо. Спасибо, зайчик. Мила, прекращай царапаться. Решила взять плавленый сырок, добавила, значит, в макароны масло и три плавленых сырка, треугольничка таких. И все это дело размешала. И вот тебе офигенно, ему нравится этот сыр тоже. Сегодня Денька, смотрите, какой красавчик.
Вот чудо ты придумал, завязал сам. Да? Мне нравится, как сочетаются цвет вот этих вот джинс и футболка. И кепка. О, ну что, мои хорошие. Да, на голове кипишь. Надо помыть голову. Сегодня пятница. Последний рабочий день. Потом суббота, воскресенье. Отдыхаем. Сейчас у меня необычный день. Очень необычный день, который я ждала долго. Вот. В жизни моей. Поэтому я такая немного прибитая, радостная и немножечко, мое любимое слово, фрустрации, потому что немного не пойму, что к чему. Ну, просто чтобы немного понимали мое состояние. Но планы никто не отменял, у меня сейчас английский будет. И потом я еду на ноготочки, сегодня хочу сделать какой-то новый маник интересный, может быть, из двух цветов, френчик, вот, посмотрите потом. Сегодня у моего мастера, у нее свадьба. Сегодня. Или сегодня они уезжают в путешествие. Короче, не помню точно, но, по-моему, сегодня свадьба, да. И поэтому я пойду в Дизелофт сегодня. Ну, этот салон рядом, который находится, в принципе. И я туда всегда ходила, мне нравится, как там делают. Все мастера были хорошие, вот. Сегодня я сделаю у них маник. Посмотрим, что они сделают мне на этот раз. Вот. В общем, пошла попью кофе, немножко посмотрю сериал и буду реализовывать свои планы. Фу, девочки, сейчас такой сумасшедший день просто. Я позавтракала овсяным блином, я опаздываю, уже осталось, блин, 15 минут для того, чтобы доехать. Сейчас буду прям мчать, мне нужно доехать до маникюра, а я бы еще хотела кофе выпить, потому что я какая-то все утро голодная была, у меня стоит какой-то блин, что такое, что за слова лезут из меня вообще не туда. Короче, уже 3 дня у меня какая-то фигня вот здесь в горле стоит, как будто вот так руку мне приставили палец вот так вот, и я не знаю, либо это нервное, потому что есть повод нервничать, короче, но внешне и как-то внутренне я никак это не ощущаю. То есть я только вот этот момент чувствую, и все. Вот. И я сначала не думала, что это, ну, какие нервы, но, может быть, это нервы так выдаются. Такие приятные, можно сказать, нервы связаны с приятными моментами, но вот все равно тревожно. Возможно, вот так вот оно. Особенно сегодня, до этого 2 дня на ночь только, когда ложилась в горизонталь, вот просто на подушку ложусь и все, и сразу так раз, и прилипла фигня какая-то. А вот, ну, вы поняли, да, вот ощущение, что мешает что-то вот так приложить, давит что-то тебе на горлышко. А сегодня встала, и прям с самого утра не отпускает эта тема. А сегодня как раз-таки такой день самый тот, когда нервничать надо. Вот, короче говоря, встала я, английским позанималась, все равно поучила слова утром, потом с преподавателем позанималась, потом быстро сделала себе овсяный блин. Просто едя вот так вот, делая заказ, доделывая, который мне надо, чтобы отправила я его быстрее. Отправила, все, вскочила, и вот 15 минут осталось, и я еду. Фух, сумасшедший дом. Хочу кофе, хочу что-нибудь пить еще. Мне кажется, у меня не будет времени сходить и взять себе кофе, но я скажу, может, можно опоздать чуть-чуть. И жарища сумасшедшая вообще. Слушайте, сейчас еду и чувствую, хочется как бы откашляться, и вы знаете, прям вот как будто вот это стоит, откашляться. И не могу. Думаю, блин, опять что ли фигня та же началась, что и было. И сейчас пока стояла, вроде вот так прям делаю, и вот это вот вроде бы облегчается. Может, я как бы немного надула. Сейчас вообще какая не простуда, блин, обычные бывают простуды. Как и всегда, мы там болеем, где-то горлышко болит. Но вот с этой короной реально. Теперь любой чих, любое что-то заболело, температурка, тебе уже кажется, что это не просто обычный грипп там или горло болит. Ты уже неспокоен, ты уже, короче, на суете, что что-то у тебя серьезное, короче, там опасности. Вот не знаю, вот внутри у меня так вот рисует.
Я заметила, что раньше я была намного спокойнее. Я вообще абсолютно просто отношусь к любым простудам и каким-то там минимальным заболеваниям. Оно все очень легко лечится, я даже не хожу к врачу. Только если там, знаете, ну, уши у тебя там не стреляют, это безумной боли какой-то, да. Или, например, там долго не проходит что-то, чтобы антибиотики тебе прописали, к примеру, да. Хотя многие из нас и антибиотики сами себе прописывают, знают, какие уже. Потому что уже не первый раз болеем, мы всю эту схему знаем, правильно? Берем просто и повторяем. А тут, блин, вообще, как будто что-то новое, ну, появилось, да, и ты вообще не знаешь, что делать, хотя у тебя вполне себе никто эти гриппы и стандартные простуды никто не отменял. Ими также люди и болеют, но почему-то страшно. Все, кошечки мои, я как суматошная, короче, побежала, успела в итоге взять себе кофе. И сейчас мы будем делать пальчики. Все, я остановилась хотя бы на 2 часа ближайшие. Все одноразовенькое тут готовят мне. Девочки мои, готовы увидеть? Бля, у меня зеленая. Зеленая рука. Это я на фоне сейчас фотографировала здесь. Видите, у меня зеленая рука. Но на самом деле. Та-дам! Смотрите, какая красота, милота. Супер летний маникюр с блесточками. Очень красиво отсвечивают. И такой сделали тоненький френчик глубокой улыбки. Кислотного цвета такие. Мне очень нравится прям вообще. В настроение попали. Ой, мои хорошие. Простите, пожалуйста, за то, что я сегодня такая. И вообще вот эти все дни, какие-то они немного сумбурные. Я сейчас прибежала домой, и просто мне захотелось залезть в ванну и смыть себя немного весь этот день. И именно суматохи, и жара, и то, и все, и это. И мне прям захотелось, чтобы вода немного смыла вот этот вот пыл жар, как говорится, вот, и вроде немножко потушила пожар внутренний. Все хорошо, все замечательно, я голодная, хочу есть, но мне надо идти за Денькой в сад, сейчас я что-нибудь возьму, банан хотя бы, а то не дойду до садика, где-нибудь грохнусь там. Вот, я показывала вам, да, ноготочки, вот такие красивые, мне очень нравятся, красивые, милые, яркие, переливаются, вообще класс, довольна. Фух, что, сейчас я малого заберу с садика, накормлю его, будем отдыхать, и у меня сегодня вообще был день, я ничего не монтировала, не снимала, я сегодня какая-то в бегах вся, на телефоне, на звонках, такой сегодня день серьезный, важный, вот, ну, вроде он близится к концу, главное, что все хорошо. Короче, пошла за мной, хочу есть. Дэнни сделал бабочку, да, сегодня в садике, красивую такую. И воспитательница говорит, что он целый день за ней ухаживает сегодня. Гладит ее, общается с ней. В общем, холит, лелеет бабочку свою. Красивая бабочка. А как зовут бабочку? Это бабочка. А как зовут ее? Есть имя? Да. Да, как? Бабочка зовут Зизя. Зизя, да, пусть Зизя будет.